В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте altes-td.ru. Так, ну что мы будем делать? Сегодня будем делать соединение трех картин. Заваленный гребень сверху. Так, как его делать, мы сейчас наблюдаем. Делаем разметку. Так, и нам еще нужно... Сколько у нас тут получается... Сейчас нам надо прикинуть, сколько у нас получается. Так, мы на этой будем делать. На этой будем делать. Значит, нам у нас будет посередине здесь 23. Ну, где-то здесь 23. 23. 23. И нам надо, значит, сюда. Нам надо сюда, что у нас с правой стороны от гибка 45. Так, и здесь 23. Ну, с запасом возьмем, да. И здесь у нас еще будет, а здесь у нас будет... Так, короче, у нас основание 23. 23. 23. Сейчас... Как дела? Отлично. Так, ну вот, значит, у нас получается, делаем развертку, значит, у нас картина. Так, картина, вот у нас картина, здесь у нас получается 23. Так, 23 справа. 23 слева. И нам надо добавить еще на то, что мы будем делать отгибку. Значит, у нас справа. Так, справа у нас будет. Так, вот у нас 23. Здесь у нас справа будет 45. Добавляем. И здесь у нас будет, 35. Вот у нас развертка нашей картины 230 миллиметров. Так, вот у нас картина, ширина у нее будет минимальная. Так, 35, 230 и 45. Так, 230, 35, 230 и 45. Так, считаем. 0, 3, 3, 6, 4, 11, 310, чистый размер. Ну, добавим, 315 пускай будет. 315. И будем четко делать в размер. Так, 310, ладно.
Жмем 310. Жмем 310. Так. Выбираем теперь, какую сторону. Вот эта сторона, конечно, вся такая кривая, а вот эта ровная. Значит, мы ее возьмем как раз для верха. Так, нет, у нас пойдет как раз снизу. Низ как раз у нас пойдет. Нам хороший низ нужен. Так, все правильно. Откладываем. Вкладываем, сколько у нас получилось. Так, 310. Проверяем. 45. 45 справа. И 35 слева. И 230 посередине. Все. Вкладываем. Вкладываем 310. Вкладываем 310. Вкладываем 310. Дашка. Не видно будет. Сейчас мы сделаем. Машет красивый маркер. Так, 310. Красивый маркер. 310. Так, все. Положили. Положили 310. Маркер закрываем. Усыхает. Так, и ножницы. Саня, ты роликами не сделаешь, Саня. Саня, роликами не сделать, Саня. Так, делаем разметку. Делаем разметку. 35. Тут 35. Так, здесь сделаем ослабление. Делаем ослабление. Раз, регионная точка. Точка. Так. Так, и два. Так, и два. Вот у нас. Здесь идет ослабление. Здесь. Так, ладно, значит, это. Так. Так. Так, у нас пойдет ослабление. Вот здесь. Палец. Так, а здесь у нас пойдет 10. Здесь пойдет 10. Так. Так. Так, сделаем ослабление здесь. Делаем. Так, проверяем. Держим. Немножко.
Так, безотбойный молоток. Так, проверяем. С левой стороны у нас 45, 10, 10. Правый. Так, и где 35, 20, 20. Так, все хорошо. Вот у нас ослабление тут. Ослабление тут. Так, ну и что? Так, значит, сейчас тут еще слева, справа, проверяем. Так, разгибаемся, сейчас разогнем наши картины, которые сверху. Такс. Так, эти у нас мешают нам, которые у нас справа и слева картины. Хорошо. Хорошо. Хорошо, все, ослабили. Теперь у нас все работает. Так, пока что шуруп, шурика пока положим. Так, и нам надо вот здесь вот выровнять теперь саму. Так, отгибаем полностью. Так, эти места. Так, и нам надо будет их поднять. Поднять нам надо на 35. На 35 миллиметров. Потому что у нас по нашему, вот наша нижняя картина 35 должна быть. Ослабляем 25. Так, первая реперная точка. Так, карандаш нам не нужен. И здесь у нас 25, вторая реперная точка. Здесь то же самое. Здесь у нас 25, первая реперная точка. Вторая у нас. Так, посмотрим. Вторая 35. Вторая тоже 35 у нас. Ослабление. 35. Так. Вот у нас ослабление. Так. Нам отрезать. Так, это нам тоже отрезать. Так, нижняя картина подготовили. Сейчас мы ее ослабим. Так. Сейчас мы ее ослабим. Так, слева. Так. И справа. Так. Теперь поднимаем наши 35. И здесь у нас 35. Так. Так, чем-нибудь таким маленьким. Так, ладно, пойдем так. Так. Так.
Да, ну и маркер. Даже 2 дня не может поработать этот маркер. Настолько маркер плох. Так, 35. Снимаю. Мы подготовили сейчас нижнюю картину. Вот она. Сейчас я покажу прямо на месте. Идем. Вот наша картина. Саня, крупный план сделай. Вот наша картина. Чуть-чуть отойди, Саня, подальше. Вот, сделали ослабление. Вот у нас ослабление. 25. 35. Слева ослабление сделали. Вот оно. И сделали ослабление справа. Вот у нас 35, 25. Вот это ослабление. Вот наша нижняя картина. Теперь мы сейчас будем подготавливать вот эту верхнюю две картины. Мы сделали ослабление 10 и 20. Показываем на месте. Вот они. Мы сделали ослабление. Вот они у нас. Вот они у нас снизу. Вот у нас ослабление. Правая картина. И с той стороны покажи. Левая картина. Вот у нас 45. Вот у нас отсюда, Саня, покажи. 35 миллиметров. Все, теперь наша задача поднять вот эти вот 35 миллиметров. Мы можем поднимать или вот этими вот кровельными клещами 90 градусов. Или можем поднимать вот этими клещами для конвертов. Мне больше нравится для конвертов. Саня, подходи сюда. Так, начинаем поднимать наш кромки. Так. С левой стороны. С правой стороны. Начинаем потихонечку поднимать наши кромки. Не спеша. Ну, можем попробовать поднимать под 90 градусов тоже кромки. Так. Теперь можно взять клещи под 90 градусов и упираемся в нашу линию. Поднимаем нашу кромку. Упираемся в линию. А, вот так, чуть-чуть. Стороночку, а? Так. Распрям, чтобы оно легко отгибалось. Так. Можно будет ну вот таким образом мы поднимаем наши кромки. Значит, смотрим, что у нас должно получиться. Вот у нас здесь нижняя картина. Вот мы ее сейчас как раз поднимаем. Но мы ее что должны? Для того, чтобы нам потом вот эти кромки сюда завести, нам надо их поднять, эту кромку, и завалить. И завалить. То есть мы ее поднимаем, и потом заваливаем ее. Для того, чтобы нам две картины потом сверху можно было. Ну вот, так как клещи не шлифованы, вот они такие царапины оставляют. Такие царапины везде оставляют. Да. Ну, это, как говорится, уже проблема вторая. Так. Делаем.
делаем. Так. И продолжаем. Продолжаем заваливать. Продолжаем заваливать. Все отлично получилось. Так, сейчас возьмем, чтобы у нас четко это все. Все четко у нас. Так. Вот. Так, так. Можно еще взять. Чтобы у нас четко ровно получилось, можно такой вот досочкой небольшой. Еще и.